Так,
девочки сюда, садятся, Петя, а есть боец туда. Вика, выходи сюда. Сейчас Вика покажет болевой прием. Кого? Так, Григорий, Аид, высокий партер. Вика показывает болевой, то, что делали в прошлый раз. Высокий партер. Еще раз смотрим, уже смело смотри внимательно. Смотрим. Посмотрите, захватывает ручку, переносит ногу, садится назад, садится, садится, садится. Стоп. Отпусти его. Григорий? Да. Вика, уйди в сторону. Григорий, когда ты лежишь на спине, для ножки должны быть согнуты, ручки должны быть в замке. То есть ты не должен вот так держать руки и не должны быть прямые ноги. Ты же болеешь? Да, еще раз, Вика, сделай. Еще раз смотрим. Раз, голову опускает, ножку переносит, иди чуть-чуть назад. Раз, садись. Держи руки, ай! Стоп, Вика, мотай. Ты что, ты руки не можешь в замке держать? Ну? Ты не мэрик, кузовок. Еще раз, окей. Я офигею, блин. Вот так он и учится, блин. Еще раз, за смену смотри. Раз, сесть, сесть. Вот так, мате. Мате. Значит так. Григорий, вот туда. Вика, делаешь ему. Ярослав, рядом. Высокий партер. Беатрич, делаешь ему. Ему. Да я не знаю. Беатрич. А мне Беатрич. Меня не волнует. Сергей Анатольевич. Так, Вадим. Идите сюда вдвоем. Вадим, сюда. Вы вдвоем, сюда. Значит, ты делаешь Кристиану, ты делаешь. Все время. Так. Куда? Космин. Вот туда. Ты извини, пожалуйста. Вон туда. Аделина, делаешь Космину. Вперед. Вперед. Хадзе. Девочки и Вадим. Плюс Вадим делают. Все, пошли. Болевой прием. Смотри, как он делает. Вика и делает так же. Села сверху, завела руку, перенесла ногу и села назад. Руку садни, руки в замок и не падай. Кей, кей, дыни, кей. Он долго будет стоять? Поменяйтесь, делай ей. Становись, высокий пар. Будешь как чучело туда. Становись. Ваше дело. Умеешь делать? Делай. А, Делечка, не падай к ним головой, потому что можешь удариться. Старайся падать сюда, или к дверям, или сюда. Космин, ниже чуть-чуть. Еще. Разверни. О, вот так. Туда-сюда. Руки в замок. Ты же в прошлый раз была на тренировке. Пошли. А ну прязы, ну прязы. Нет, Алексей, Ярослав, делай ей все время. Не надо ей объяснять. Раз, хорошо, садишься назад. Четко сядь, не падай, садись. Посмотри на меня, Дмитрий. Держи руки в замок, надо хлопать и отпускать. Хорошо? Ага. Да. Высокий пальцы, потом руки в замок. Вика, делай его. Давай, давай, Григорий, давай. Давай, давай, тяжелый, это. Эй, чудо! Стань хорошо. Когда он берет за руку, возьми в замок. И сама потихонечку перекатывается, ложись на спину. Тяжелый. Это вы дохлые. Болеете все время. Раньше времени, а? Вот так.
Еще. Раньше времени не падает. Ладно, да. Сейчас мы сюда Катерину ожог. Как ей поможем? Катю ожог, которая... которая отжимается 50 раз свободно. Подтягивается 10 раз. В 6 классе. Она всех мальчиков не забивала. Нет, не здесь, а в трудовых резервах. Пошли, пошли. Смотришь? Матэ, баски бас поменялись. Так, Аделина, ко мне. Посмотри на меня, посмотри на меня. Беатриче, Беатриче. Вот так руку раз. Шасмина, становись сюда, делай Шасмина. Ну, садись назад. Иди, иди, иди. Держи руку хорошо. Хорошо, так. Беатриче, высокий бархат. Ярослав, делай. Пошли. Так, ручку согни, Жасмина. Жасмина, ручки согнутые и замочек. Так. Вика, стоп, стоп. Вика, делаешь Беатриче, а ты делаешь... А там кто делает? Георгий делает? Да? Сюда, Ярослав. Ты Ярославу делаешь, а ты делаешь ей. Посмотри. Руки держи, сама! Тебя что, ударить надо, что ли? Вика, 3 секунды отпускаю. Руки в замок держи. Пошли. Осталось минута. Вика, сядь. Вика, ты лежишь. Сядь, ножки поставь. Сядь. Сядь. А что ты пришел? Что ты пришел? Еще раз. Я прямо пошел домой, потом посмотрел, сколько времени. Ну вот иди домой. Все. Что ты пришел на тренировку? Уже тренировка знает, что он пришел. Сегодня ты свободен. Да. До свидания. Еще пару раз так. И куху Вася. А что на Ушли девочки сюда, мальчики сюда. Вадим, можно тебя? Вадим, подойди. Еще раз, Беатрич. Эй, пацаны, через... Вот так, как они сидят. Подальше. Пошире. Пошире. Еще шире. Еще раз. Еще раз. Объясняю. Пропустил. Внимательно, быстрее. Эй! Ну, Робеш. Пропустил. Быстрее надо все сделать, понять. Это. Если вы этот прием не знаете, значит, я опять должен показывать. Я хочу показать, уже знаю. Новый прием. А я не могу все одно и то же. Поэтому я не тренера не люблю, когда вы опаздываете. Не приходите. Значит, сейчас. Первый прием, который вы будете сдавать, это заднее тамно. Да? Ты должен взять.
шаг, чтобы нога была впереди, тащим его за локоть. Становись обратно. Потащили. Раз. Сделали шаг. Хоп. И выйдем. Теперь в другую сторону. Приемы надо делать как вправо, так и влево. Еще раз. Раз. Дальше я делаю шаг. И чуть-чуть нагружаю. Нога. Хоп. Я не могу этот прием вам показывать два года. Есть много других приемов, но надо их учить, чтобы вы могли делать. Еще раз, я не требую от вас, чтобы вы были чемпионами. Но все приемы вы обязаны уметь делать. Еще раз. Вы должны научиться падать, сделать кувырок вперед, броски, парты, стойки. Потому что вы очень слабые. Меня девочка тренировала. Катерина Ажов. В пятом классе, в шестом, в пятом классе, она 50 раз отжималась. 15 раз подтягивалась. Вот типа Вики, у нее тоже был брат. И она была как чучело. Ей тоже надоело. Значит, кем она стала? Она стала мастером спорта по самбо, по дзюдо, по вольной борьбе. Раз. Она выиграла чемпионат Европы по борьбе самбо. По молодежи и по взрослым. Она стала призером России по вольной борьбе. Сейчас она работает тренером в Москве по борьбе с дзюдо. Я когда проводил соревнования, пацаны, если видели, что там Катя, все, они... Мы были, поехали в Казаклин, когда мы приехали, там категория девочки была одна, как раз ее категория. И мы поехали, я взял ее. Когда мы приехали, не было девочек. Она говорит, Леонид, я хочу бороться. Я подошел и к тренеру говорю, слушай, поставь, мне 32 килограмма, поставь среди мальчиков, она физически сильная. Он говорит, я не имею права поставить девочек с мальчиками. Вот, видишь, у нее в пользу. Срежет кольчик, я его поставлю. Я пошел, говорю, Катя, так и так. Светович, режет кольчик. Все, папа обрезал ей кольчик. И она боролась, стала третьей, 20 человек. Знаете, у вас еще детство играет. Вы как маленькие, как большие дети еще. То есть нужно уже чем-то заниматься. Это может быть дзюдо, это может быть метод, другой спорт, это может быть помощь учителю в образовательной программе что-то придумать, найти какое-то, как легче выучить уроки, чтобы знать и сделать, например. Это может быть и шпаргалки писать. Да, самый лучший учебник – это шпаргалка. Потому что для того, чтобы делать шпаргалку, я должен прочитать все и выбрать. Самое главное, когда это шпаргал, сделать учебник шпаргал, он в интернет будет. Выйти, взять, фотографировать, например, есть Google карты, нажимаешь, например, этот Foxmark, а ты что делаешь? Ты это фотографируешь, Foxmark внутри, снаружи, потом берешь, выкладываешь Google карты, и там есть, что от кого это, кто это. Когда заходит, Foxmark. О, смотрите, Дмитриевича фотографировала. Молодец, спасибо. Мы видим, что это, какой-то магазин, еще какие-то, то есть город Кишинев. Чем-то займитесь, не играйте в эти. Вот, чтобы вы знали, вот вы играете в эти штучки, а кто-то на этом деньги зарабатывает. Кто придумал эту игру, он получает деньги. Придумайте игру. Хо. Хо, не ого, ага. Как придумать? Почитайте в интернете, как придумывают игры. Посоветуйтесь с девчонками, что мальчишки любят. Придумайте игру, найдем людей, постараемся сделать приложение. Все будут играть, и говорят, о, Вика скажет, давай, о, хорошая игра. Почему? Потому что она придумала, вы придумали, и вы будете деньги зарабатывать. Будете ходить, ой, Вадим, такая игра хорошая. О, да, буду играть, раз. Деньги зарабатывает, он играет, а не деньги зарабатывает.
Найдите, чем помочь родителям.